Вот он наш, ребята, предфейс. Префейс. Это обычная комплектация. Не максималка. Все вы знаете уже. Потому что много раз смотрели. Вот это здесь подсветка горит она. Также тут подсветка горит. Салон, конечно. Сиденья хорошие. Крыша везде черная. На любой, видать, комплектации такой. Черная крыша идет. Зонный климат тоже. Geely Preface. Ребята, его можно купить это, как 1,5-литровый. Вот здесь у нас полторашка. Дешевле полторашка. Но там тоже очень хорошие показатели, характеристики по машине и по лошадям надо смотреть. Только в более дешевых комплектациях там не будет обогревов. Сидений даже не будет обогревов. Обогревы сидений в Китае идут только максималка и предмаксималка. А остальные комплектации они уже нету обогревов. Каких-то функций тоже нету. Ну, в основном все хорошие функции есть в наличии.